чем перейти к основной повестке совещания, Андрей Иванов поздравил коллег с Днем города и дал оценку организации масштабных мероприятий, посвященных 62-й годовщине Одинцова. Всех с прошедшим Днем города. Для нас это было историческое событие. Прошел большой фестиваль «Urban Morphogenesis». Мы завершили фестиваль, открыли музей стрит-арта под открытым небом. Все это проходило в Новой Трехгорке. А дальше на День города был масштабный концерт на центральной площади Одинцова. Все, я считаю, прошло на очень высоком уровне. Работа с обращениями граждан через портал «Добродел» по традиции одна из ключевых тем. Показатели эффективной работы местного самоуправления входят в областной рейтинг 50. Глава лично следит за тем, чтобы все вопросы отрабатывались качественно и в срок. Весомая часть нашего рейтинга 50, который будет подводиться по итогам года, занимает как раз «Добродел». Поэтому мы с вами ежедневно занимаемся системной работой по уменьшению просрочек, по уменьшению количества повторных обращений и отложенных решений. В этом году была развернута масштабная программа по подготовке учреждений образования к новому учебному году. Ремонты шли в школах и детских садах. Глава держит на личном контроле сроки завершения работ и начало приема детей в дошкольные учреждения. В социальных сетях появилась информация. Также мы получаем вопросы и жалобы от жителей, от населения по поводу ремонта детских садов, который еще не закончился. И, безусловно, это нашу общественность беспокоит, так как уже многие вернулись с летних каникул, а детишек пока приходится возить в другие учреждения, к которым прикрепили детей из детских садов, находящихся в ремонте. Также на совещании уделили внимание вопросам благоустройства округа. За летний период выполнен существенный объем работ по ремонту дорожного полотна не только в Одинцово, но и в поселениях муниципалитета. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».